Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы всадники Олуха. Да, пятый день, я забираю рыбу. Да, друзья мои, в последнее время я что-то расслабился. Видимо, предвкушение отпуска и тому подобное. И так влом что-то делать, если честно. Ну, не знаю, ребят, может быть, действительно нужен отдых хороший, чтобы восстановить силы и тому подобное. И с новыми силами, как говорится, браться за продолжение снятия игр. Но сейчас просто какая-то апатия. Так, давай-ка мы этого парня отправим за железом. Так, что у нас тут? Ну, понятно, за рыбой. Так, мне нужно посмотреть, что мне принес Беззубик. А Беззубик мне приносит, блин, яйцо. Лучше бы он мне дал пак. Держать крепче. Давай, держи крепче. Так, этих теперь молодцев проверим. О, смотри-ка. Блин. Так, ну что, в принципе, награды неплохие. Только надо посмотреть, что нам дадут. Железо или все-таки руны. А дают нам железо. Сколько там у нас? 185. Ну, в принципе, неплохо. Маловато, но неплохо, друзья. А приключения... Это мы же отправляли в недра тьмы его, да? Я пока не буду. Уж больно мне нужны, друзья мои, руны. Я их коплю, я хочу открыть новый островок. Но для этого нужно 4500 рун. 4500, ребят, это много. Так, давай-ка мы этого парня отправим в приключение. Короче, он себе заработал чисто на приключения. Так, кривоклык, но... Ну, кто бы сомневался бы. 150 железа тебе никто не даст. Никто. Так, и выпадает нам блестящий янтарь. Так, кривоклык, ну что, лети, наверное. А лети в драконий край, фиг с тобой. Один разок можно раскошелиться, да, на руны. Тем более там не так много, 50 штук всего лишь. Так, гнездо острокрылых. Так, ну что, с этими вроде бы мы разобрались. Теперь давай посмотрим. Да что такое? Как же она фризит, а, друзья? Как она фризит порой? Я не знаю, от чего это зависит. Так, листочек. Ну, тут все понятно. Так, дай-ка я тогда у этих охламалов быстренько соберу ресурсы. Соберу и, соответственно, сразу же их отправлю дальше, там, на поиски. Громилет что-то там загрустил у меня. Так, 211... Этот у нас поднял 85 уровень. Шторморез. А есть ли смысл нам прокачивать, ребята, штормореза? Наверное, пока нету. Так, это у нас крылатый страж. Мы его дальше качаем. Пускай он идет, тренируется. Обучить. Крылатый ужас на обучение. Ну, я даже не знаю. Хочется, но почему-то мне жалко, ребят, железа. Мне жалко железа. А с другой стороны, фиг ли его жалеть? Для чего мы его копим? Чтобы тратить? Что-то я не понял. Громорок отпрыска. Зачем он у меня прокачивается? Так, этот-то у меня будет? Ага, конечно. Мечтай, Рэй, мечтай. Не будет, походу, идет. Блин, а почему этого-то я хламона не отправил в приключение? Совсем забыл. Остров целителей. Пускай летит на остров целителей. Заберем здесь загадочный пак. Естественно, бесплатный. Монеты. Так, ну что, парящие прихвости не все. Только лишь 3 дракона плюс железо. 60 штук. 60 штук железа, друзья мои, я получил. И тут, судя по всему, ребята, больше мы сделать ничего не можем. Одного дракона я еще не проверил. Ну давай, давай, давай. Черт, я даже мышку уже начинаю терять вообще. Давай, иди. Так, сезонный абонемент. Блин, ребят, что-то
что мышка как-то подлагивает. Угу. Мы получаем награду. И что там у нас? А там у нас с тобой царапалки. 1040. Ребят, ну всем уже должно быть понятно, что мне не накопить ни на что. Потому что уже большее число времени профукано. И к тому же не забывай, что уже конец месяца. Так что, я думаю, наверное, есть смысл тупо открыть. Сколько у нас там выйдет? Один пак? Ну, давай один пак. Бог с ним. Слушай, там что-то... Хрустнямль? Нифига, ребята. Это эксклюзивный. Хм. Новинка, как ты видишь, разместить. Фьюшки, ты его куда разместишь? Потому что у нас места нету. Опа, нифига мы тут с тобой хапнули. Так, слушай, получить загадочный пак. Ух ты, пещерный скалотряс, ребята, может у меня прокачаться, прикинь. Слушай, ну это круто. И берем еще царапалок. 500 штук. То есть тогда, получается, мы сможем открыть еще один пак. Коль такое дело, как раз нам, ребят, хватает. Смотрим. Ну, тут я вижу ничего такого. Тигровый глаз. По-моему, у нас такая уже штука где-то находится, я помню. Это мидия или как ее там прозвать. Здесь заберем. Ничего мы не заберем. Слушай, ну если мы не можем забрать, значит мы с тобой сделаем следующим образом. Отправляем этого сюда. Блин, этого обучить. Ай, ребята, копил. И видимо придется сделать вот так вот. Отправить его на тренировку. Пускай он тренируется себе спокойненько, да? Не напрягаясь. Так, я пока здесь заберу. Рыба. У нас 750 миллионов рыбы. Значит, можно кого-то прокачать. Но я бы качал бы, наверное... Я бы, наверное, стал бы качать того, кто нам пригодится в дальнейшем. А всех, кто нам пригодится, по-моему, я уже поотправлял. А в приключение, ой, не в приключение, а на поиски ресурсов. Так что здесь. Ну давай этого, может быть. Тыквеброна. Пускай идет. Так, 112 лямов. А у меня рыба уже все, ребята. Уже с рыбой проблемы, нет ее, 5 миллионов осталось. Из всего моего запаса. Хм, быстро, конечно, мы тут потратились. Практически моментально. Так, ну что, здесь больше ничего нету. Вроде бы все дела сделал. Давай посмотрим теперь события. Мне писали в комментариях, Рэй, сейчас идет событие на 3 заходки, да? Угроза злобные вандалы. И все? Да, только оно и есть. Ну что, друзья, я приступаю к прохождению. Высшая награда у нас царапалки 300 штук. Ну и тут 50 рун. Загадочный пак. Тусклый янтарь. Ладно. Но сначала я, ребят, прокачаю вот нашего чемпиона. Он получает всего лишь 11 разряд. 913 здоровья. Атака у него 64. Но если, например, даже сравнивать. Ну, слушай, у Кривоклыка атака 83. Ну, видишь, там непонятно. У нас же, по идее, скалотряс, он делает две атаки. То есть, получается, если у него там под 90, да, и еще 90, это где-то 180 за один укус. То есть, как бы один укус, но делает он их два раза. Получается так. Значит, получается, что он круче. Но по хпшкам он, по-моему, ребята, отстает. Ладно, это можно будет потом, попозже посмотреть. Сейчас у нас прохождение событий идет. Давай смотреть. Так, ну что, я вижу здесь змеевики. Две штуки. Ну, вот это больно похож на капкана, если честно. Хотя это змеевик.
Может быть, его звать не Острокрылый, а как-нибудь по-другому. Вот этот точно Острокрылый. Как пить дать? Дай-ка я этого хлопну. И займемся уже вот этим охламоном. Так, одна волна у нас пока еще. Одна волна, это круто. Так, сейчас будет хвостом бить. Не помогло тебе, парень. Угу. На рулетке выпадает дерево. Ну, а мы двигаемся дальше. Забираем 50 рун. И потом у нас два поединка будут простых. Правда, после второго мы с тобой заберем загадочный пак, в котором не особо там что интересно будет находиться, я 100% тебе говорю. Но тем не менее. Так, опять смотри, два змеевика плюс водорез. Если по моему, ребятам, мнению, то для меня водорез будет намного опаснее, чем тот же самый змейковьен. Почему? Во-первых, он, ребята, хиляется постоянно. Во-вторых, он может запечатывать моих драконов. Ну и плюс еще, по-моему, понижение брони он может делать, что тоже не есть хорошо. Так, одного змейковьена вальнули. Теперь этого. Почему, ребята, в первую очередь синих лучше разбирать? Ну, потому что у нас повышенная атака идет по ним. Поэтому мы быстренько их разберем, а уже, как говорится, до водореза доберемся. Вот он остался один, сейчас будет, наверное, печатать, да, нас? Нет? Печатать он ничего не стал. Так, мы отхилялись, плюс удар, и, видимо, добиваем. А на рулетке нам выпадает прилив сил. Как только начинает вот эта штука выпадать, прилив сил или еще что-нибудь, сразу у меня подозрение на то, что будет в конце очень жесткий босс. Обычно, когда... Это уже, знаешь, как тенденция. Если тебе дают хорошие награды, то жди беды. Так, ну что, тут у нас дымодышащий плюс водорез. Но уже, как ты видишь, две волны. Начну, наверное, я с дымодышащего. Ну давай, давай, давай. Закончу водорезом. Как всегда, по стандарту. Так, он понижает нам атаку. И вот, начинают они, короче, вдвоем бить самого слабенького. А самый слабый у меня, конечно же, это мой барсик. А помню, в комментариях кто-то давно писал: «Рэй, какой это барсик? Это барс и вепрь». Ребят, я прекрасно понимаю, что это барс и вепрь. Поэтому я его сократил до барсика. Можно было бы сократить до вепря, но это как-то не звучит. А вот барсик, да. Так, давай бомбить сюда. Кстати, вторая волна почему-то, мне кажется, намного слабее, чем была первая. Хотя здесь змейковьюн красный, да фиг с ним. Он все равно здесь не выживет. Так, он сейчас сопротивляется, гаденыш. На, получи. Ну, 75 миллионов рыбы. Не очень, конечно, хорошая награда. Награда самая хорошая, но количества мало, понимаешь? 75 миллионов, ну что это за смех на палке? Так, новые призы отправлены на почту. Так, получается у нас поединок. Следующий поединок, короче, 1400 тусклого янтаря. Это наш сегодняшний предел будет. Так, змейковьюн один. Ой, змейковьюн, господи, да что ж такое-то, Рэй? Ну какой змейковьюн, а? Это злобный змеевик. Просто уже все, ребята, каша в голове. Все попутал. Сколько я не играл? Наверное, дня 4, да? Дня 4 я не играл, ребята. Все выходные просто отдыхал. Вот никакого не было желания садиться. Сяду такой, подумаю, блин, сейчас надо что-то придумать, надо что-то это. Нет, думаю, да я отдохну. Через 2 дня отпуск, друзья мои. Вот. Ну, как обычно, наверное, в первые дни ничего я делать не буду. От слова вообще ничего не буду делать, потому что чисто буду расслабляться. Вот, не знаю. А потом? Потом такие планы у меня, ребята. Не знаю, хотел одно, а сейчас, думаю, ремонт в квартире начать делать. Тут как бы даже не могу сказать тебе точно, что я буду делать. Нет, игры-то будут, ребята, но, может быть, не с такой частой периодичностью. Будут пореже, но будут. Так, давай, наверное, уж шлепаем его. Все прекрасно. Так, опять выпадает древесина, 75 миллионов, естественно, это малое количество. И мы переходим на последний на сегодня поединок. Поехали. Прогресс всего лишь 25%, но я думаю, что после этого прохождения будет 30%.
Так, сколько волн? Покажи мне волн. Две волны. Это у нас сородич шепота смерти. Все его прекрасно знают, узнают уже. За столько-то, извини меня, серий уже можно привыкнуть. Это я только не могу привыкнуть, ребята, как звать каждого дракона, потому что, ну, их тут дофигища. Нет, ну, их не так, конечно, много, как если сравнить игру Дракономания. Там их вообще жесть какая-то. Тьма тьмущая просто. Ну и здесь тоже их достаточно много. Там сколько? 500? 900? Сколько их тут? Так, ну что, костоломы. Два костолома, два зеленых, ребят. Соответственно, это стражи. Кстати, громобой у нас, я смотрю, тоже, ребята, был стражем. И сейчас они начнут... Кто-то из них начнет бежать. Так, вот этот побежал. Глушат. Лучше бы он, конечно, ребята, кривоклыка мне станил. Во-первых, у него бы урон прошел бы меньше. Так как у нас... существенная защита против стражей, да. А сейчас они начнут, конечно, начнут колупать. Ну давай еще. Вот, вот, ребята, вот об этом я и говорил. Вот гаденыши, давай, наверное, сделаем вот так. Твою налево, хотел как лучше, получилось как всегда. Так, ну а мы будем потихонечку вот этого кромсать. Потому что сейчас он все равно добьет своего кореша, как ни крути. Как ни крути. Ну что, он будет делать разбег сейчас или нет? Будет. Будет. Ну ему все, ему крышка. Ну что же, опять выпадает древесина. Чуть-чуть побольше, конечно, но все равно этого мало. Так, тусклый янтарь, 1400. Ну, мы как раз сейчас его поставим на переработку, естественно, в блестящий янтарь. Куда ты нажал, Рэй? Потому что, ребята, что-то с мышкой, не пойму, что с ней не так, а? Что-то подклинивает. Может, пылька какая-нибудь забилась, как обычно бывает такое. Так, шторморез, костолом, шипорез. Ну, вот тут... Естественно, ребята, рассчитывать на пенную награду даже и не стоило. Давай поставим на обмен. Так. У нас много древесины. Значит, мы можем... Вот. Пускай идет, обучается. А это кто такой? Снежный призрак. Фига себе, у него аж три способности сразу. А этот что там притулился? Нет, не будем мы с ним ничего делать пока. Этот максимально прокачан. Вот этого почему я давно, ребят, куда-то не отправлял, а? Он, кстати, твою же налево. Он мог бы обучиться. А я почему-то, ребята, этого не делал. Забыл. Да что ты, мышка, тормозишь? Ну, ё-моё, блин, ну, раздражает просто, друзья. Вот это вот подклинивание. Вот так вот делаешь, вроде нормально. Как что-то хочешь там открыть, все, начинает клинить. Все вроде бы, да? Так, давай-ка посмотрим, сколько нам нужно. Блин, я этих не отправляю. Про них совсем забыл. Так, а ты-то что у меня есть? Роза ветров. Угу. Прокачался чуть-чуть. Кстати, какой там уровень 85? Слабоват. Так, давай-ка. Где этот островок-то, который я хотел приобрести? Это что у нас? Расширить академию, понятно. Уже не могу ничего, да? Вот он, да? Да, ребят, 4,5. То есть это получается еще... 1300 мне нужно на рун. И после этого мы с тобой только купим этот остров. Потом, после этого как купим, мы сможем его еще расширить. Ну, соответственно, здесь надо будет починить мост. Ну что же, цель вроде бы есть у нас, да? Будем ее придерживаться. Ну что, друзья мои, а на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.